Президент США выступил перед Конгрессом с ежегодным посланием о положении страны. Обращение Барака Обамы его противники на этот раз назвали сугубо предвыборным мероприятием. В ноябре хозяину Белого дома предстоит бороться за свое кресло с кандидатом от республиканской партии. И в своей речи Обама сосредоточился на экономике, в частности, на самой горячей для американцев теме последних месяцев – налогах. Президент разыграл козырную карту демократов – фискальную реформу под лозунгом «Честность и справедливость». Изменения в налоговый кодекс в соответствии с так называемым правилом Уоррена Баффета. Как сформулировал миллиардер и гуру финансов, нечестно, что мой секретарь платит больше налогов, чем я. И вот президент привел конкретные цифры, в частности, для тех граждан, чьи доходы миллион долларов в год и больше – налоговая ставка должна быть как минимум 30%. А вот высокотехнологичным предприятиям Обама, напротив, предложил вдвое увеличить налоговые льготы, чтобы обеспечить экономический рост. Высказался американский лидер и по самому острому внешнеполитическому вопросу иранскому. Соединенные Штаты не исключают любых вариантов действий, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.